Обычно. Броня неплохая. Они вообще, блядь, слепые. На первоначале немного рекламы. Администрация проекта Greyhound приглашает вас на свои сервера. У них есть кластер, состоящий из 6 PvE карт. Это 5 официальных карт, и экстеншн будет добавлен сразу же во время выхода. Всем игрокам доступны подарки в виде стартовых наборов едино. Проводятся еженедельные розыгрыши и регулярные ивенты. Все моды и рейты сбалансированы на серверы для комфортной игры. А также присутствует автоматический онлайн-магазин, который работает 24/7. Более подробную информацию про настройки кластера вы сможете узнать в их группе ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании. Всем привет, ребята. В общем, на нас напали, и я сейчас возвращаюсь на базу. А кто там напал? Гром, Нокс и Мэна Барбитура. Окей, хорошо, я понял. А где они, где? Вон левее полетел туда. Левее, левее. Вот туда, в ту сторону полетел. А если правее полетишь, там чуваки бегали. Еще правее, вот там где-то. В лесу. Да я ничего не найду. Всем добрый вечер. О, привет. Привет. Я, блин, вот летаю по этому лесу, я как бы вообще никого не вижу. Где они? С какой стороны подходят? Это Катя зашла? Да. Там Кирюша умер. Да я знаю. Да я его слила. Нет, сегодня умер. Прям сейчас. Да я только что его слила. Я, короче, полетела и вылетела, и пока я заходила, его грохнули. Все просто. Ой. Блин, ну я серьезно как бы не могу найти, где они. И теперь они решили на рейд пойти? Да. На. Три драйва. Может, 4. О, нашел птицу. Что? Нокс, Гром и Барбитура. Плюс, может, там весь сервер? Да, да. Ну, в принципе, как всегда, трейп на трейп-то они не могут, они объединяются в 3-4 трейба. Мы не уверены, что Нокс против нас. Да чё, они бы это, так. Дефали. О, какой ты хитрый. Ну-ка, и чё ты будешь делать? Ты понял. Грифон наш? Два нет, 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 а, один я, за мной их вражеский. Только. Ты видел, что они... Чё, отцепился, да? Я вчера, фу, такой, конечно, видел. Нокс пишет, вот, они сейчас вылетят из угла. Мы их встретим на вивах. И на вивы повылетали 3 штуки, если не 4 нам. Ну вы, конечно, типа молодцы. Я бы ворота открывали за собой. Они не умеют. Ладно, все, я возвращаюсь на базу. Сейчас доступ для админа сделаю и сидите в базе все нам. Ну блять. Когда ворот сломаю, тогда и начнете дефать. Со стороны водной живки человек висит на крюке кошки. Помощь будет? Где со стороны водной живки? А, я понял, по-моему. Фаби, я ломаю его. Вижу. Быстрей. Да, это, сделайте разгон сверху один, Грифон. Да ща и так запинаем. Все, убил. Убил пацана. Лут добавили. А он такой висит. У него скины немного, стафа. Все. Он такой висит, я смотрю, он у меня что-то стрельнуло. В смысле, а чё винтовка у них наша? Это наша. Да, это моя, я вчера её поебал. А, я тебя понял. Так, а где около нашего загона? Вот это вот, что ли? Уй, сука, 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 сука! Нормально или хуйня? Ну, у меня грифон что-то не откинулся, блин. У них там дот, короче, турок, наверное, 6-7 стоит наверняка. Может быть, даже больше. И живка стоит. Блин, что добить пытаются, суки. Так, ладно, сейчас я возьму себе стафа. Я ж сегодня, ебать, выспался. Я ж сегодня, ебать, выспался, блядь, после вчерашнего, конечно. Охуенно поспал, блядь. Вот мы вчера, короче, дефали, ну, точнее, рейдили мы, сегодня дефать будут всякие, кто первые ушли спать. Димульки там всякие, да? Why not? Всякие вейлы. В смысле, ебать, ты чё? Ты не первый ушёл. Ебать, я последний ушёл. Не. Я ушёл, получается, какой? Остались ты, Денчик всё. И Руди. Или Руди даже раньше. Руди тоже ушел. Ну, да вы пиздец кидалы, идете спать, когда не надо. Да, кристаллы летающие найти не могу. Вот сидите теперь, дефайте базу. Я сейчас наверх, короче, попробую взлететь, может быть, сверху что-то увижу. На амнезию, Руди, но. Так, блин, на какой выступ тут надо попасть? О, походу отсюда будет видно. Эх, ну-ка, давайте-ка попробуем. Блин, еще бы не упасть. Купил Данчика на телефоне.
Кстати, фул ДПС Грифон. Грифон вражеский около базы, со стороны нападения. Сегодня будет полегче, не как вчера. Сегодня они будут отдыхать. Эй, в смысле, что мы будем попал? Сегодня отдыхать, они будут потеть. Хочется верить. Че, ты не сможешь задефать базу нашу, блядь? Давайте, можно, скидываем. Там с одной стороны можно только зайти, блядь, с двух. И все. И то сейчас, если вот эти, которые ты накрафтила, я сделаю, поставлю сейчас нормально, и они вообще не подойдут, но. Указывать не начну. Есть. Грифон умер? О, да-да, все, убили. Иди, блядь. Отлично. Так, ну я по ним потихоньку отрабатываю сверху, они вроде меня пока не палят. Хз. Это точно их кицаль? Хз, че вообще это кицалишь? Да-да-да, этих козлов. Под грифоном, Фаби, он за захвостил под грифоном, чувак. Да и там поводный? Нет. Вообще нихуя нет. Вообще нет. Нас согрелся, по-моему, этот, блин, не стэг, какого спина. Блин, а почему сейчас урон не прошел, я не понял. Угу. О, чувак на големе вышел. Сжигайте. И кого-то может в загон из животных загнать? Тут какую-нибудь анкилу, мишку, тирезину, нет? Надо. Мишку загони, а... Резину тоже. Да, резину оставьте. Не, из чего мы ее выгоним? Просто она просто имбалант, она броню щеманей ломает. А, не, ну смотрите. Ну мишку загоню хотя бы. Блин, откуда этот? Грифон у них уже красный. Сука, добить надо. Блин, ну хелпаните кто-нибудь грифона добить. Ё-моё. О, кицаль дикий. Мои турочки наши начали стрелять. Сейчас я попробую птер отстрелить. Дерево, металл надо. Да сука. Бля, меня тут типа... Металл есть. Ну-ка, стой. Помоги. Я не знаю, куда все посуки делись. Чё помочь? На чем вывозили, то и чекайте. Блядь, что ты дропаешь? Броню я дропаю. Блин, что за ужасные болтовки? Нет бы, блин, нормальную снайперку сделать. Сейчас перекружим. Ну все, убил. Общий четвертый. Минус аптер, короче. Блять, я в тебе застрял. И там еще чувак где-то бегал. Вообще. Блин, ну они, конечно, вообще тупые овощи. Они могли сейчас два плота просто скрафтить с турками и нас зажать тупо в базе. Мы вообще даже выйти не смогли. Они какой-то дот поставили. Так, лучше траву это нахрен отключить. Во, сразу и ничего не мешает даже. Кто густер, да? У них там, короче, за дотом какая-то такая выемка в текстурах есть. Они там живку прячут. Так, блядь, первое мясо пошло. У нас РПГшки есть хоть? Дорогие дни сплинтажа для басуки. У них хуя нет. Они бегемота поставили. Сука, пошел нахер, нечего тут рейдить. Такой, блядь, сука. Они, короче, еще рядом с нами дот поставили один. Да ладно. Ух ты ж, ё-моё! Они два дота поставили рядом с нашей базой уже. Капец, это надо сейчас как-то быстро пушить, это пиздец. Они сейчас нас могут просто зажать. А еще у нас дот один повис. Это ловимый спас. Так, а, это наш. Нас рейдит. Кто? Альянс трех пульсов. Три трайба. Точнее, да, трех трайба. Вообще найс. Мы тех вынесли все-таки, вот, и они объединились теперь с другими. Вы вчера вынесли все-таки, да? Мы сегодня их вынесли. А вчера вы все забрали? Угу. Ну там они часть спасли. О, отлично. Минус богомол. Ну они кибитку с богомолом взорвали. Они себе место чистят. Так, я около их дота, сейчас буду им тут живку отстреливать. На пляже бегают, ее птично стреляют там. О, ты в аргента ебанул? Да, в аргента. По циферкам попробую. Я не знаю, я вижу, не вижу, я просто по циферкам попробую сейчас хуйнуть. Давай, попробуй. Не, не пробивает, там текстура какая-то. Тебе надо сюда, ко мне. Отсюда видно очень хорошо.
Нагибат. Блин, в хитбокс не попадаю. Но аргент вообще прям красный, ему пару выстрелов осталось. Сука, они его зафоловили. Сука, нет, не уйдешь. Козел. Сейчас, может, они на мою сторону его переведут, попробую убрать. На. Убил? Все, убил им аргента. У них там птер еще. Вижу, прям выхода птера вижу или что. Да-да-да, у них там птер стоит. На птера сели. Все, я лучше свалю, а то меня сейчас запалят. Будет вообще не айс. Так, пора бы нормально перекачаться, а то бегаю как бомж без скорости. Так, отлично. Скорость немножко и скорости немножко. Все, я готов их нагибать. Вы, главное, меня кройте от них. Да, третий раз. Да, чтоб ты спросил. Ну что же, поплыли. Бомбишь, хватит бомбить. Да. Клешни не выпрямятся. А ты откуда знаешь? Часто бомбили. На тебя смотрел, как ты вчера играл. Хорош. Это было обидно, честно. Бать, ты не видел, кому вчера сишки закидывал голему под ноги, ты че? И промахивался. Давайте гигай просто подбежим сейчас и съедим этого. Ты, гигай! Знаешь, что ты пока добежишь, тебя три раза с арбалета, с лука стрельнут полимерного, и ты убежишь оттуда. Ты просто не видел, что как мы вчера убили его. Ты просто, походу, не понимаешь всей сути. Как на уфах дефуют этих гребаных гигантов, блин. Ну, видимо, полимерными арбалетами. Так. Сука, я что-то потерялся. Где их дот? А, вижу. Окей, понял. Так, сейчас надо как-то с тылу зайти. Ты побежишь с броней или как? Да, я только броню и сишки взял с собой. Сейчас попробую дот минусануть. Только, блин, постарайтесь меня прикрыть, чтобы меня сейчас игроки не убили. Иначе это будет реально фиаско. Так. Вот это Нокс территорию захапали. Ты базу их чекаешь? Да я рядом резнулся. Можно им базу начать летать. Ладно, все, я побежал. К себе убил. Дедрать, у них турки по-бомжатски стоят. Все, взорвал дот. Около меня тип. Сейчас загон им взорву. Взорвал загон. У них тут живка, грифон, на грифон сишку. Кабан, кицаля вижу. Сука, не ставится больше сишки. Кого? Где? Я не знаю, где. Недалеко от кицаль. Птер. По тебе ты стреляешь с автомата? Кто на големе идет? Так, ну чувак, походу, меня потерял. Коль, какую сторону идти? Нет, он на грифон сел. Голема разъебывать водителя. Они голема уводят. Коль, в какую сторону идти? Сейчас я пока тут кицаля минирую. Я не знаю, я у них прям в загоне так сижу, где у них вся живка. Так. Зараза, кицаль не пускает. На галоптике нет? На эту. Да. На винтовку. Нет, кого нету? Я всю базу отпускал, крафти. Ладно, все, я на базу бегу. Откуда голем идет? Голем идет, да? Голем, вот он в ту сторону примерно. Надо будешь бежать, видишь, там дот у нас прямо за базой тут получается. Они меня вообще практически не заметили, сука, они слепые. Да ты был бы хотя бы так, чтобы это, чтобы я тебя видел, что ты прикрывал, да. Он там лежит? Полегче. Бля, меня ищут. Сука. У них грифон на присвисте к кицалю, по грифону. Снайпера по грифону. А, я вижу. Грифон вообще в говнище красный. Какой стороны? Да, еще один. Мы знаем про этот дот. Ну давайте, два шота. Еще один. Он вообще красный. Знаете, с какой стороны. Сука, я чайка. Забрал, минус гриф. Отлично. А, хорош. Вообще красава. Они бегемотки опять поставили. Да я вижу, сейчас я их еще раз снесу. Сейчас, мне бы только доплыть до них. Они идут лутать. Это где водная живка у нас? С той стороны. Или... Да, со стороны водного загона. На верхнем доте уебок бегает какой-то. Сейчас им там весь дот развалю. Мне да, только время нужно. Пусть они там спокойно. Так, вижу голема. Все, бегу. Верхний, помнишь, который, да, где уебка? Поймал. Я у них в загоне. Бези на базу. Диадон, кицаль. Передыхает. Поймайте его в клетку. Блин, больше не вешается. Ну, шляйте, значит, готовьте клетку. Вы его только отпустите, он сразу это.
сожрет хуйню эту. Блин, Серок лагает. Охряка, подкицали. Я его веду. О, птера вообще в говно красный. Хана тебе. Таня, у тебя там басилку или так. О, миско, вот это мне пригодится. Опа, мне в жопу стоят. Не люди, блядь. 180, надамажили мне птички спинку. Лол, они мне бегемотами закрыли. Голем, голем. Они даже не увидели, что я к ним забежал. Сука, овощи. Так, в черепашку. Голем по воде идет, серьезно? Да. Все, я ему убил Диадона, Кицали. Птера. Иисуша. Да я просто боже. У меня капец. Голем с наездником снимите. Так, о, хрена тут лута в Кицале. Ребят, снимите просто голема. О, с наездника точнее. Блять, по мне стреляют! Сука, не уйди! Уйди! У меня сишки есть! У меня слишком большое расстояние. Прикройте! Кого он бьет? Прикройте, за мной два дауна бегут. Меня, Все, плыву на базу. Наш или так, где я выплыву? Давай, ой, прям рядышком выплыл. Томить их. Дота у них уже нету, сейчас черепашку надо бахать. 12 дауна, что нет? Так я их таскать сейчас буду, пока они убили. Сейчас я им кровати взорву. Они не знают, что аргент. Блин, ко мне голем бежит. Тут два челика. А какая? Обычно. Но броня неплохая. Тихо. Они вообще, блядь, слепые. Да, чуваку поебучки. Танки на 960. Тут тип вообще без брони бегает. Сука. Я не смог сишку поставить. Они дурачки. Хитрать, они овощи. Ты не смотрел за дотами вообще. Парень, короче, тише. Блин, это реально какие-то слепые дебилы. Куда ты летал цеплять этот гусь? Прямо на берегу лежит уёбок с винтовкой за камнем. Тупо пацана сишками взрывает. 700 хп, всё. На берегу за камнем, где у них голем ходит? Нет, нет, где помнишь, ты цеплял уёбка? Вот он прямо вот возле воды. Да блин, мне бы РПГшку сюда, сука. Надо наездника с голема сбрить, мешает. Бля, какие же они дебилы, сука. Поймал бомжа, вижу на базу. Давай. Только они там собрать не было. У них даже патронов в турках почти не было. Он пытается взорвать меня сишками. Что за бомжи пришли нас рейдить? Его сразу Василий пойти. На ноги ват. Лутай, и это бомжи, нулевые, они не понимают, что у меня птица 10 кахолсов, я сейчас обоссовать буду, блядь. Бегает по пляжу, наш бегает? Да, я по пляжу. Меня птер пытается схватить. Чай в забачу, чай в забачу. Так, бомж бегает. Колят. Я что, ебанул? Пиздец, да. А ты чем сейф забрал? Просто чувака на птере стишками унизил. Нет. У кого стоит? О! Снопа подъехала. Чё за месила вот эта, она в стишке взрывается. Тут чувак с автоматом, чувак с автоматом! На бегу, я бегу, сейчас бомжа. У кого оружие есть, блин, добейте. Я не поймал, выкиньте. Диня, хватай его. Да ты меня схватил. Сишки нужны, да. Чувака, хватай, жри. Я могу. Так, патроны. Сбегай. Заебал, тупой, имбецил. Ты чё меня бьёшь, мою птицу? Утырок. Блять, они походу все нахер. Обоссаны все нахер. Сюда по одному, бля. Агент 10 тысяч холсов, на. Дайте лут скину. Столько этих стрел огненных. О, это я люблю. Так, тут все. К вам побежал, сука, они уже голые, просто из доты выходят и бегают. Да. Так, кто еще хочет на моего агента нахуй? Да они уже обосрались со своим рейдом. Они, походу, не хотят больше. В топ-зверя. О, бомж. Он тут голый бегает. Стой, собачка, сутулая. Она засала собак, смотри, нырнула сразу, блядь. Демобилизовалась нам. Че, взорвал он все? Аня, подожди, нет, не взорвал. Я, короче, у них кровати стоят вне дота, просто на фундаменте. Я огненным луком разъебываю. Сейчас их взорву. Так. Готовы бабахнуть? Ебать, 556 гребаных грибов, блядь. Я около дота. Коля, давай. Или кто там? Все. Че, взорвал называется? Сейчас кровать. Стой! Сишка! Вот ты бессмертный вообще. Бля, подожди, дай взлечу. Слепаш. Сейчас я ее подберу. Не, вообще пацаны чисто на рейд пришли. Клоуны, блядь. О, у них тут лут, короче, в карбонамисах был. Надо? Типа, я там легендарные луки лутаю, бегу полимерные. Да это лохи донатные какие-то. Все, ладно, 50 брони, а правда. Я о, базуки, здравствуйте, блядь. О, неплохо. Ой, типа, перевес, дайте мне это, аргента подгоните. Настолько лута с них подняли.
Ладно, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Вот такие вот лохи в три трайбе решили принести нам немного лута. На этом все. Не забывайте подписываться на канал. Чернота течет по венам. Гадим я демон вино. Чернота течет по венам. Гадим я демон вино. А я иду по головам, как королевская корона на королей. Я ведь ложил, но не тузы, а...